Итак, у нас на очереди русский военный, да, лейтенант. Его нам нужно победить до конца пути, ну, тоже, в принципе, за определенное время. Тут в игре это, в принципе, одно и то же означает. И мы не можем восстанавливать здоровье, и вся эта битва будет происходить прямо на танке. Это очень круто смотрится, особенно на PSP. Вот, давайте посмотрим. Сразу укрытие можно попробовать. Вот опять обстреливаем, продвигаемся, кидаем гранату, все. Дальше появляется Юрий Андреев. И вот он нас тоже подстреливает. Теперь, смотрите, можно использовать танк в своих целях. Вы можете вот подцепиться и кинуть гранату в дуло, и граната уберет немного из полоски жизни Юрия. Ну, босса главного. Вот еще такие маленькие пушки. Они тоже не представляют особой сложности. Вот опять, смотрите, мы закидываем гранату, и полоска жизни убирается. Очень удобно. Ну вот опять проходим дальше, кидаем гранату. Опять появляется Юрий. Немножко покашлял. Ну вот мы его опять мочим. Очень веселая миссия. Вот опять пробуем. Ну отлично, осталось от Юрия совсем чуть-чуть. Вот опять появилась мини-пушечка. Дальше проходим. Вот опять нас хотят попасть, но ничего не получается. Дальше тем же темпом. Опять гранатку. Все отлично. Вот теперь, да, Юрию совсем чуть-чуть осталось. И вот теперь, наверное, финальный аккорд. Кидаем гранатку, прыгаем. Все, красота, мы выполнили челлендж. Ну, согласитесь, это не было уж таким сложным действием. Очень легко.